Так, а я здесь один, что ли, остался? Ой, не, ребят, я не буду с вами, тут два калеки. Или подъезжают. Ладно, повоюем. С Гэджи. Как его имя еще вылетело из головы. Дастин Топорье. Вылетело из головы. Юра Сорокин, заходи в группу через ВК, там есть ссылка контакты, там ты меня найдешь. О, основной карт 9 часов начался? О, вообще отлично, значит там еще даже до боя и дело не дошло. Но я бы какие-нибудь предыдущие, первые, может быть даже прилимы какие-нибудь посмотрел. Хотя там самые концовочки как раз, я хотел точно посмотреть этого, Кила Горилла. Против... Оп, блин, не успел. О, подождите, тут топ-музыка подъехала. Вот это хорош. Вот это хорош. Зритель. Я тебя люблю, зритель. Спасибо тебе огромное. Константин, ну ты понял, да? Ты стоишь там, падла. Слушай, Андрей, если я свою личку напишу в ВК, YouTube ее пропустят через чат? Скорее всего, нет. Он ссылки сразу блочит. Моментально. Ну давай, я попробую, если нет... А, подожди, вроде пропустила. Ну, у меня, во всяком случае, показывает. Ой, что-то все плохо здесь. Что-то... А, здесь же еще музычка от тебя же, да? А, подожди, моя музыка до сих пор не прошла, что ли? Ну там же была долгая музыка у Виктора. Так, все, отдаем позиции. Не, я просто... Блин, я не забыл. Сегодня опять закинул, как раз по этой карте у меня гайд на ОБТ. Я сделал еще... Вчера, да, вчера еще. И я сегодня так и не успел его с этими всеми тестами с оперативкой, так и не успел ее сегодня закинуть. Блин, завтра с утра бы не забыть это сделать. Давай я тебе сразу ВК напишу, чтобы ты потом не забыл. Да, как-то надо. Блин, я думаю, просто мне завтра с утра еще надо быстренько сделать видосик, потому что я хотел потом в поход. С дочей. Поход. Ох. В лес. Ну, такой условный, но по лесам. По лесам хотим немного полазить. А, еще и теперь я же. Я же теперь еще и за оперативкой поеду. А, уже набрали, что ли? Ёлки. Да. Да. Зритель. Слушай, быстро. Зритель. Добил полоску. Да, Константин восстанавливает свои порядки. Ну, конечно, сегодня Хоми не было. Тут бы начался эпичный просто файт. Ой. Донатеров, что называется. У меня барабан, друг. Не, я понимаю, у тебя там ракеты, твои крышебойные, все дела, но у меня барабан. Ты чего? Ой, а на войне как на войне, а нас имеют со всех сторон. Ну и здесь стоят, да? Что делать? Что делать? Что делать? Нас зажимают. ZQ прилетело. А, не по мою душу. А, тут еще и 249-й, хорошо, что не развернулся. Епона мать, что происходит? Оп! Ты на перезарядке или нет? То я бортом к тебе выезжаю. Это плохая идея обычно. О, это ZQ-шка стоит, ждет меня, да? Так, что делать? Надо как-то на ZQ-шку падать, добивать. И этого 249-го надо, чтобы кто-то контролил. ПЛ-ка поехала за ним, да? Забирай его.
комбат. Подтяни, комбат. Фу. Так, краб Hellfire. Краб и Hellfire, челика, надеюсь, там разберусь. Я думаю, куда-нибудь ворваться, но так, чтобы от Hellfire не сдохнуть. Я его не вижу, он пересвечивает меня. Давай не будем застревать сейчас. Так, челика, я думаю, да, разберутся. Надо возвращаться там принимать, я думаю. Все, больше никогда там в спину не вылетит, надеюсь. Добейте, добейте чалика. Есть, добили, красава. Убегай, убегай, убегай. У меня полный барабан, я готов. Здорово. Да гусли можно сломать или нет, алло? Да похер на этого минометчика. Хоть обосрется там. Так, хорошо, 5-5. Здесь отбили. Прицел в порядке. Активная защита в порядке. Сейчас отсюда поедут. Так, я зафиксировал подвеску или нет, не пойму. Вроде да. Так, тебе, падай. О, падай сюда, идеально. Да не попал. Да дважды не попал. Есть контакт. Сюда иди. Готово. ТТБ залетает в спину. Кумули мне срочно. Ой, зарядка пошла не вовремя. Иди сюда. Таран нужен. Блин, ну пробивает меня и пробивает, падла. Давай, где остальные хеллфайры? Таран! Ну умирай! Почему ты не умираешь? Хеллфайр с другой стороны, видимо, меня заезжал. Вот и он. Сюда иди. В ангар! Еще снаряд! Последняя меркавка недобитая. У меня хпшки еще нормально. Заряжаем, заряжаем барабан. Снайперша, в рот тебе ноги. И это, как говорится, на гайд. Как это? Толку самый раз. Это прям традиция уже, Виктор Xbox. Твой заказной стрим обычно заканчивается эпичной просто каткой. Охренеть. Итак, стальной меч. 7 фрагов, 13 косарей. Вот это офигеть просто экшончик, так экшончик. Перед сном вам, как говорится.